Крысы гуляют, как обычно. И Мелечка что-то тут трясет, что-то балуется, что-то изучает. Татоша, как обычно, где-то что-то ест. Где-то что-то уже нашел. Татоша, выходи поиграть тоже. Нет, только доносится хруст. Дашенька, ты где? Где-то там вижу. Вижу, где-то морда. Где наша морда? А вот. А вот. Что боитесь шелестящих пакетов всяких, да? Клеенка, которая на столе шуршит. Татоша аж замер. Не бойся, она тебя не укусит. Ну что? Ну что, волчок, серый бачок? Видите, как они любят, чтоб побольше им всякого мусора было. Набрасываем всего всякого интересного. Вот они будут тут. Что-то пилят, что-то носят, что-то грызут. Там, где еда, там получше будет, да, Татошенька? Татошке бы побольше еды. Он в клетке покушал. Потом вышел на прогулку, покушал. Потом пошел снова в клетку, там покушал. А потом такой напокушавшийся животик, да? Да, Татошенька? Это у нас тут Татоша получается, жирный поезд пассажирный. Татоша, ку-ку. Татошунечка. А где Емелька? Где наш пугливый зайка? Скажи, неизвестно, кто пугливее, Татоша или Емеля? Что-то у нас там где-то происходит. Кто-то уже забрался. Кто-то уже забрался на клетку. И кто же этот кто-то? И что ты будешь лежать прямо на клетке? Что это, Емелечка, с тобой? Что ты тут так распластался блинчиком? Нравится так лежать? Нравится Емелечке так лежать? Зайчику моему хорошему так нравится. Ну, лежи. Лежи, раз нравится. Поспишь, пока еда прибудет, да? Забегался, да? Устал. А я первый раз вижу такое чудо, чтоб Емеля на клетке вот так лежал. И главное, так тщательно, так усердно лез, старался. Я думала, он за едой, а он залез и разлегся. Ну ладно, отдыхай, Емелечка. Не будем тебя беспокоить. Спи, солнышко. Устал, пока по клетке лез, да? Тяжелая была работа.